человек во всем мире должен знать, кто такой Путин. Это настоящий военный преступник. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! The only thing is hope. That's all I have. В России нет места не только пацифистам, в России нет места никакому инакомыслию вообще. Ввиду того, что я понимал прекрасно, что я продолжать так жить, молчать я не могу, потому что мне нужно было высказаться, опять же, и ввиду того, что и знакомые, и друзья, и все остальные, да и просто по-человечески, по-другому быть не может. Как я буду спать по ночам, если я буду знать, что я закрываю глаза на весь тот ужас, что творит моя армия, моей страны, и под моим именем ведут этот кошмар и, можно даже сказать, практически геноцид у украинского народа, по крайней мере, пытаются проводить. Бежинський статут – це предоставлене ліце, яке має основательні опасення за преслідування. Значить, та фраза «основательні опасення за преслідування» содержить три терміни, всеки от които е много неясен, терпи найразличні інтерпретації. Те са много малко наистина, тези, които получават убежище. Но българската система принципно има един нисък рейтинг на признаване на бежански статут специално. I don't feel so optimistic actually because it was a bit strange. I thought it would be better. I'm in a stress, that's why I just keep forgetting all the English words, so yeah, I hope that the judge will make a justice decision, so we'll see.